Всем салют. Ребята, именно отсюда, из этой двери, через 2 недели мы выйдем на это прекрасное поле стадиона «Спартак» и начнем юбилейный концерт. Мы уже на финишной прямой. Начинается конкретная подготовка, в частности, монтаж сцены. Это будет огромная сцена с огромными экранами. Я предвкушаю классное рок-н-ролльное действо. А что касается стадиона, то я в него уже влюблена. Очень жаль, что провожу на нем меньше времени, чем хотелось бы, но я рада, что мы выбрали именно стадион «Спартак» для проведения снайперского концерта. Посмотрите, какой он красивый! Покажи, какой он красивый! И, как видите, я уже в рабочей форме, в том смысле, что я не в спортивном костюме, в рабочей форме, я хорошо себя чувствую. Я восстановилась, хожу на лечебную физкультуру, плаваю и к 8 числу буду вообще как огурчик. А бегать по стадиону пока не могу себе позволить, но, видите, уже как-то балуюсь чуть-чуть. Вот, но я очень заряжена на концерт. И еще одна была просьба. Приходите не поздно для того, чтобы пройти без суеты, без давки, чтобы посвятить вечер нам, снайперской музыке, и кайфануть, как это вообще можно сделать в середине лета. 2 недели до нашего концерта. Пойду посмотрю, что они уже успели сделать.